Приветствую вас на канале «Природный инстинкт». В этот раз я хочу рассказать вам о жизни журавля, за судьбой которого следят многие любители птиц. Я, конечно, имею в виду Рыжика, знаменитый заказник «Журавлиная родина». Сейчас вы узнаете, как его ловили, где он зимовал и как, наконец, стал папой двух новых журавлят. В 2018 году в Московской области в «Журавлиной родине» был пойман и окольцован журавленок, появившийся на свет несколькими месяцами ранее. Прозвали его Рыжиком, так как молодые журавли имеют характерный окрас. Сама процедура сложна и требует сноровки и аккуратности. Ловит журавлей примерно так же, как делал это герой всем известной сказки «Конек-горбунок с жар-птицами». То есть с помощью зерна, пропитанного, ну, положим, не зеленым вином, а ветеринарным снотворным, но принцип в общем тот же. В отличие от ловли сетями, этот способ намного гуманнее. Птица не испытывает такого стресса, так как спит и ничего не помнит. Но поскольку спит не очень крепко, на голову надевают чехол, чтобы в случае пробуждения не начала волноваться и поскорее заснула обратно. В отличие от других его сородичей, также помеченных кольцами, Рыжику достался еще и специальный электронный прибор – трекер. С помощью него мы можем узнавать, где он находится. Нужно это для того, чтобы лучше узнать миграционные пути журавлей и понять, какие территории играют для их благополучия ключевую роль. Наблюдая за миграциями Рыжика, мы убедились, что он, как и многие другие уроженцы журавлиной родины, зимует в Израиле в парке Агамон-Хула. Это популярное у журавлей место. Приятный климат и забота местных жителей сделали эту территорию очень привлекательной для них. Здесь журавлей не только не тревожат, но и кормят. Трактора привозят им тонны кукурузы каждый день. Поэтому зимой журавлей здесь собирается не один десяток тысяч. Рыжика сфотографировали здесь сотрудники природного парка на его первой зимовке. Иногда можно видеть среди зимующих и окольцованных в других странах. На зимовке молодые журавли перелинивают и уже перестают быть рыжиками, только голова выдает их. На родину весной они возвращаются уже почти с такой же внешностью, как и взрослые. Нередко обратный путь, как и перелет на зимовку, они совершают вместе со своими родителями. Но уж на месте они прощаются. Родителям надо ремонтировать гнездо и выращивать новое поколение рыжеголовых отпрысков. А молодые, как правило, собираются в отдельную молодежную стаю, с которой и кочуют по просторам своей родины. Вероятно, именно в таких группах ровесников и закладываются будущие пары. По осени Рыжик каждый год снова улетал в Израиль. Весной Рыжик возвращался то в Смоленскую, то в Тверскую, то в Московскую области. И вот в 2021 году, когда Рыжику исполнялось 3 года, произошло удивительное событие. В начале апреля на одной из установленных в заказнике «Журавлиная родина» автономных камер в кадр попался журавль. И это был никто иной, как Рыжик, который вовсе уже и не рыжий, а вполне взрослый и красивый серый журавль. И он не просто ходит, он явно на своем гнездовом участке такует и собирается гнездиться. Давайте посмотрим еще раз. Разумеется, все причастные к проекту с нетерпением ждали, что же будет дальше. Все лето, судя по данным трекера, Рыжик провел в Талдомских болотах, но его никто не видел.
И вот, в начале сентября журавли стали все больше показываться на полях журавлиной родины. Выводили в свет своих новых детей, появившихся этой весной. И вот, мелькнул среди них и журавль со знакомыми браслетами на лапах. Да, это точно наш рыжик. Но посмотрите, он ведь уже не один. Рядом с ним ходит новый рыжик. Чуть позже вся семья показывается в полном составе. Оказывается, журавля двое. Ай да рыжик. А ведь журавли и в принципе достигают зрелости только к 3 годам. Значит, наш подопечный, молодой да ранний, и обзавелся семьей сразу по достижении совершеннолетия. И он, как и все журавли, заботливый родитель. Посмотрите, как он учит своего журавленка разделывать початки кукурузы. В журавлиных семьях часто бывает, что каждый из родителей выбирает себе одного любимчика и ходит по полям преимущественно с ним. Хотя, естественно, заботятся они обо всех своих отпрысках. Так и в семействе у рыжика. Мать, как правило, можно заметить вместе с чуть более крупным и серым журавленком, а рыжика с более мелким и рыжеватым. Но часто вся семья собирается вместе. Перед отлетом рыжику и его семье необходимо как следует откормиться, ведь путь им предстоит нелегкий. Но уверен, они успешно доберутся. А ведь кажется, еще совсем недавно рыжик сам был таким же журавленком-первогодком и отправлялся в свой первый перелет. А мы волновались, как он справится. Теперь же начало новой династии положено, и, хочется верить, рыжик и его избранница подарят журавлиной родине еще немало новых обитателей. Пожелаем же рыжику и его семье благополучной зимовки и попрощаемся с ними. До следующего года.